Вижу, что слышно хорошо. Есть у нас первая оценка. Поэтому я могу совершенно спокойно продолжать. Сегодня будет вот такой пейзажик написан. Я сделал, опять же таки, к сожалению, не подготовился, не сделал хорошую фотографию. Она есть у меня на планшете и в компьютере, где я могу, в принципе, подглядывать. Ну, опираться я буду именно вот на эту фотографию, распечатанную с обыкновенного принтера. Хотя не советую это делать, если уже пишете по фотографиям, либо желательно писать, соответственно, если есть возможность с планшета взять, где видно, хорошо видно все детали, воздух, все цвета. Здесь, конечно же, ничего не видно, но будем пробовать украшать, разукрашивать. Вот Наталья, Елена пишет, что любитель живописи, любит похулиганить с натюрмортами. Ну вот, гиперреализм. Пейзажи для разминки. Естественно, самое, что всегда советуется новичку, это начальные работы делать именно пейзажные. Третья ступень будет уже натюрморты. А с пейзажных техник можно, конечно, научиться что-то выловить для себя, набить руку. Очень советую всегда начинать именно с пейзажей. Будет проще, понятней, особенно новичку, там, где новички не понимают, что с чем размешивать, какие краски брать. И сегодня по краскам я также взял, может быть, предостаточно много, и, в принципе, всю работу можно прописать из трех основных: это красный, синий, желтый, включая белила. И размешивая между собой эти цвета, мы получаем, в принципе, все цвета радуги. Здесь же я сейчас специально выждал, потому что у меня холст напитывает сейчас масло. Все, что я сделал в самом начале, это обыкновенное подсолнечное масло, растер по холсту. И вот сейчас я чуточку ожидаю, чтобы он напитался. Так, чтобы можно было потом работать, удобно было с ним. Если он не напитается, то краска будет быстро втягиваться, жухнуть, тускнеть, что опять же таки приведет. И вот видно по вот этим вот пятнышкам начинает уже пропитываться холст. Тут вот где-то какие-то появляются такие некие проталинки. Ну что, вижу, что в принципе меня сегодня смотрят. Это уже хорошо. Через час, я надеюсь, что через час, может быть, подойдут люди, те, которые уже слышали о том, что будет выступление. Но, опять же таки, повторюсь, я начал на час раньше, так как это выступление можно всегда будет в любое время пересмотреть. Также подготавливаем красочку, с которой будем работать. Здесь у меня вылито масло на палитру, а краска, выдавленная из тюбика, она все же такая немножко густоватая, поэтому ее приходится разбавлять. Также по нанесению здесь вот есть у нас и синие цвета, и я хочу сделать не совсем уж таким пасмурно-смутным раннее время утра. Здесь вот как раз Наталья, когда фотографировала, она мне рассказывала про эту работу, что фотография была сделана в 4 утра, а можно приблизить уже к рассвету эту картинку, и она будет смотреться немножко поживее, поинтересней. Но также оставить туман, и вот подписать туман на заднем плане, может быть, чуть-чуть вперед положить его. А также показать некие такие блики от солнышка. Пусть это будет раннее утро, пусть не 4 утра, но где-то вот возьмем время рассвета. И тем самым мы можем, конечно же, сделать вот здесь, я вижу, свет все-таки падает, скорее всего, с правой стороны, вот оттуда где-то. Там можно показать, что там идет рассвет, встает солнышко, но солнышко пока не будет видно. Поэтому сделать такой некий, не чисто взять белило, а немножко взять, поразукрасить.
белила желтеньким. Желтеньким быть немножко аккуратно, потому что желтый, он желтый, как и красный, такой вот некий ядовитый. И с ним нужно быть особо аккуратным. Здесь вот чуть-чуть совсем. Всю работу нужно поделить на три основные участка. Взять вот одну треть для неба, одну треть примерно для воды и одну треть вот здесь вот, где будет находиться этот мосток. Ну и растянуть вот этот желтенький. Также можно, опять же таки, здесь на ваш вкус и цвет. Красный кадмий средний у меня есть и краплак. Вот два цвета, с которыми мы можем в принципе сейчас загнать вот туда на задний план. Я думаю, что взять все-таки можно взять здесь краплак. Опять же таки очень аккуратненько, очень немножко, не так, чтобы его прям влить чистым таким красным, и тем самым небо будет немножко теплить. То есть это будет понятно, что это лето, но тем не менее у нас будет еще помимо лета раннее утро и тепло, встает солнышко. Ну и все остальное, я думаю, что вот не ПЦ, а именно взять ультрамарин, так чтобы показать такую переходную перспективу. Конечно же, нужно вещество, с чем мы должны работать. Не так, чтобы оставлять холст без внимания краски. Страшного или что-то такого серьезного в этой работе нет. Основная задача выполнить только. Здесь я взял на самый уголок еще чуть-чуть синий ФЦ. Совсем немножко. Ну и вот пока мы не работаем с небом, нужно сделать только подготовительную такую задачу. Есть вопрос про акварель. Конечно, акрил, акварель. Сейчас вот акрилом, да, написано. Акрилом можно писать, естественно, любые пейзажи, и также не только маслом, но и гуашью, и акварелью. Ну и вот вся основная дальнейшая подложка здесь, чтобы вот все понимать, что она должна все равно играть нам на руки. Мы не можем просто так оставить белый холст. От него можно постепенно избавляться. Вот здесь, где будет находиться, примерно можно взять нейтральную какую-то синюю красочку и порисовать темные пятна. Сейчас вот мы должны понимать, где у нас будут деревца находиться, где будет вода находиться. И, как я сказал, вот одна треть. Одна треть для воды, одна треть для неба. И всю подложку вот начинаем работать после неба вот с тем самым дальним лесом, тот, который находится там на горизонте. Пятигорску привет. Вот тот дальний план на горизонте. Его можно сделать серым, пустым таким. Сейчас подумаем, что в него вмешать, что с чем. В принципе, можно, перемешивая три цвета, получить достаточно много оттенков разных. Сейчас я немножко поизучаю свою палитру. Коричневый можно еще добавить, умбру, для глубин, для тени. Умбра коричневая. И вот здесь, если даже по досточкам смотреть на передних планах, досточки тоже, они имеют такой некий,
Ну, во всяком случае, то, что я вижу здесь, на вот этой бумажке с принта, здесь, конечно, лучше опираться все-таки на фотографии, которые у меня нет, не сделана она сегодня. Ну и попробуем какой-нибудь вот три цветика замес из трех цветов, пока получить такой грязненький, добавив немножко белил, получить такой грязный оттенок на грязно-грязно-фиолетовый. Тут вот именно три цвета играют: это ультрамарин, краплак и ФЦ с белилами. Получаем на вот такой вот грязно-фиолетовый намек. И все задние планы вот этих деревьев мы будем работать именно с таким цветом. Ну, я буду работать с этим цветом, вы будете работать со своим цветом, тот, который вам больше подходит, больше понравится. Прежде чем приступить к небу, нужно избавиться вот от этой пастозности. Здесь она сейчас будет нам мешать, перемешиваться. Поэтому работаем по пастозности. Можно как мастихином избавиться от пастозности, так и вот сухой кистью. У меня она строительная. Потом в самом конце можно где-то среди деревьев положить уже такие непосредственно толстенькие, жирненькие мазки. А сейчас пока то, что мы будем писать, так как работа делается быстро, все, что мы будем прописывать сверху, оно будет нам, все задние красочки будут перемешиваться и просто-напросто мешать. Поэтому мы уходим от этого сразу. Вот с акрилом, Марина спрашивает, с акрилом. Когда мы с акрилом работаем, у нас же много уроков, и вот Инна Ермакова часто показывает с акрилом пейзажные работы, причем все делается легко, надо интенсивно работать, быстро, и тогда все будет получаться. Если мы где-то будем буксовать, тормозить, акрил быстро сохнет, поэтому его нужно либо разбавлять, есть такие специальные разбавители, разжижающие акрил, и можно работать, в принципе, акрилом так же, как и с маслом. Вот, либо уже непосредственно интенсивно работать с акриловой краской. Пробивно. Вот то, что сегодня, ну и вообще все мои последние выступления, они в хорошем качестве, если вы заметили, друзья. Так как во-первых, я поменял место и работаю сейчас в студии, а во-вторых, у меня здесь специально, я вот заказывал со стеклянными проводами скоростной интернет для того, чтобы все-таки качество было, хоть и стоит мне это всего, но качество на самом деле очень хорошее. А вот часто я встречаю в комментариях, и многие пишут, что вот плохое качество у художников, художники стараются, никакой технически сделано все отвратительно. В частности, и вчера я отвечал на такой комментарий в группе. На самом деле все зависит не только от нас, зависит от отдачи интернета, от скорости отдачи интернета, зависит от не только что вот говорят, у меня быстрый интернет все принимать это хорошо, еще должна быть такая четкая хорошая отдача у интернета. Если ее нет, то и соответственно не будет хорошей связи, тем более мы захватываем камеры на больших расстояниях. Вчера мы работали с Алматой, Саша Долинский писал из Алматы. Захват камеры ведется в Германии. Представляете, сколько километров? Ну и на сегодняшний день я не думаю, что наш интернет прям уж такой прекрасный.
и позволяет нам делать такие вещи. Хотя по отношению к 2020 году сегодня мы уже что-то можем предпринимать. Ну вот задний лес, как бы там ни было, просто намеки там, что что-то растет, вот задний план, задний лесок. И больше его, в принципе, показывать не надо. Вот здесь между передними деревьями и задними, там есть туман. И вот этот туман, его нужно также внести. Можно взять сухой красочкой. Есть такие же свойства, когда мы показываем туман цинковой краской, прозрачной, но уже по сухой работе. Вот сейчас я просто перемешиваю, заношу вот эти белила, холст, и смешиваю его вот так, таким, приподнимаю на задний лес плавненько. И опять же таки избавляемся от всех пастозностей, так как они здесь, на этом месте, тоже нам не нужны. Все очень просто, легко. Те, кто работает впервые с маслом, в принципе, все можно пересмотреть. Размер холста, спрашивает Елена, 30 на 40, те, кто маленький. смотрит, сейчас я вижу, что люди постепенно начинают подходить. Многие смотрят меня, вижу, что много смотрят на Одноклассниках. На Одноклассниках у нас не работает чат, я не смотрю там и не слежу за чатом. Поэтому все, кто меня смотрит на Одноклассниках, либо в каких-то других социальных сетях, переходите прямо, вот есть везде ссылочки на YouTube. Заходите на YouTube, здесь работает чат, вы можете со мной пообщаться, написать какие-то вопросы. Сейчас я еще гляну, насколько все-таки передача света идет. Очень слабо, вот здесь я вижу, уже финал. И свет, конечно, не весь передается здесь. На самом деле здесь чуть-чуть побольше такой блячок идет. Ну вот вепки, они все врут. Как бы там ни было, они все врут. Плавно я загоняю свет вниз сюда, для того, чтобы потом перекрывать, и он уже там оставался на своем месте, вот этот туман и туманное состояние по задним планам. Вот, и можно, в принципе, уже переходить вот сюда на то, что будет происходить на передних планах. Здесь вот, где вода, там нужно еще, здесь я набираю сейчас чуточку побольше краски, чтобы краска была. Ну, не факт, если вы, допустим, даже не попадете в тот или иной оттенок, страшного ничего нет. Самое главное, чтобы попали в тон. Нам нужен тон, не цвет, а тон. И вот здесь, где будет находиться водичка, сразу я задаю вот этот цвет. С правой стороны немножко темнее, так как здесь темнит. Ну, можно вот сюда уже чуть-чуть коричневый внести. Он так начнет легкую такую зеленцу даст. Это все, что связано по воде пока. Потом в воде есть также отражение неба. Про него нельзя забывать. И на тон только, немножко на тон светлее небо, чем в воде. Но вот это отражение, особенно вот здесь по переднему берегу, вода немножко светлее. Она светлит здесь. Также где-то вот выходит. Легко будет вот здесь выходить на задних планах. Ну и ближе к камышу она темнит, снова затемняется. Вот. И желательно все отражения показать уже в такой в глянцевом состоянии, размазывая краску по вертикали. Ее можно смазать как мастихином, как пальцем, как вам удобнее, как вы больше всего привыкли
делать эти работы. Я люблю очень прописывать воду, у меня очень много работ по воде, поэтому кто не видел моих работ, посмотрите, они есть все в группах, в интернете. Вот так можно мастихином, очень такой удобный вариант, где мы загоняем темную краску в свет, а светлую краску в темноту, и вот тем самым можем также протягивать, растягивать, делать растяжку вот эту по красочке. Очень удобный инструмент, с которым практически в каждой работе работаем с ним. Вот, ну и что здесь? Такую вот короткую можно щетинку взять и поработать глубиной тени. Это синий ФЦ. Сюда можно, в принципе, намешать все три. Кадмий красный средний. Можно взять коричневый вместо кадмия красного и желтого. И там, где мы сейчас наблюдаем самую глубокую тень, все-таки я намешаю немножко красненького сюда. Кадмий красный. Так, чтобы это была такая вот практически напоминающая, пока она напоминает очень темный, очень черный такой, практически черный цвет. А если больше мы в красную идем, получится такой немножко фиолетовый, темно-фиолетовый, похоже даже вот на индиго. Либо мы уходим, добавляем сюда желтых оттенков и получаем такие темно-темно-зеленые оттенки. Ну, что, в принципе, еще нужно будет положить. И вот сейчас мы ничего не рисуем, а пытаемся задать какой-то интересный кустик, сделать формочку саму. И вот там, где мы наблюдаем, все темное. С правой вот здесь стороны есть куст, и он достаточно темный в глубине, поэтому мы там также навязываем вот этот тень. Вот эту всю глубину нужно будет навязать. А так как кучность у нас большая, там листвы, пока мы эту кучность не прописываем. И сама листва будет писаться чуть позже. Также не стоит вот прям забивать здесь вот. И не, особенно здесь вот нужно быть чуть-чуть аккуратно с макушками. То есть мы не подходим сейчас к самым макушечкам. Мы только выделяем несколько там, где у нас будут кустики. В такой теневой глубине. Вот эту всю тень нужно сюда сейчас пока нарисовать. Также есть вот здесь вот еще один куст. Может быть, не повторять вот в точности, как оно на самом деле на фотографии. Можно сделать по-своему, чуть-чуть поживописней. Ну, вот смотрите, там задний план, оставляем его просветах, то, что напоминает вот этот туманчик. И вот пока, кто впервые смотрит такие выступления, кто новичок, конечно же, для них это страшно. Хотя вот с этой задачей справится, в принципе, любой. Здесь вот нет у нас такого ничего. Здесь вот идет дальше у нас кустик, сюда опускается первый к нашему ближнему сюда берегу. И тоже вся подложка у кустика, она тоже темная. Самое главное, нужно будет избавиться от всей пастозности. Все, что темно, не любит пастозности, поэтому сейчас мы пока только загоняем краску, а потом избавляемся от любой пастозности сначала.
Потом мы избавляемся от пастозности, а потом уже пойдет рисунок, сам рисуночек. Здесь вот есть бережок на переднем плане, он тоже достаточно темный, и вот все мосточки вот здесь, везде, где сам мостик. Все это показываем в горизонтах, в плоскости, но нужна темнота, опять же. Живопись маслом, она постепенно высветляется. Мы не затемняем ее, а высветляем. За исключением, если, конечно, есть какие-то достаточно серьезные работы, где мы пишем не пастозно, а именно прозрачной краской. Некоторые работы ведутся наоборот, в обратном порядке, как акварель. И когда мы пишем серьезные работы, а они делаются, в основном делаются очень долго, потому что прозрачной краской нельзя писать толстослойно, иначе она потрескается. Поэтому приходится выжидать. Сначала мы пишем, потом выжидаем просыхание первого слоя. Потом через 2-3 недели начинаем писать второй слой. Опять ждем высыхания второго слоя. И таким методом мы пишем всю картину в течение порой. Даже года уходят на такие серьезные работы. Здесь же от нас ничего такого не требуется. Вот так быстро. Энергично, этюдно. Избавляемся сейчас вот от этой всей пастозности для начала. И потом будем уже выписывать рисунок. И самый конец — это когда показываются какие-то блики, свет. Вот заметьте, все отражения, они пишутся только по вертикали, строго по вертикали. Никаких завалов нельзя ни в коем случае завалить вправо либо влево. И вот так плоской кистью я сейчас веду, помимо того, что я делал до этого мастихином, можно еще, конечно, добавить, доработать кистью, там, где не хватает вот этих теневых. Доложить их на это место. Ну, сейчас вот, видите, еще пастозненько немножечко. Сейчас я плавненько уйду от всей этой пастозности. Аккуратно сюда подвести вот эти светики. И само отражение. Там, где мы считаем его положить. Здесь вот можно по отношению к фотографии, можно, конечно, поприподнимать. Но вот с этим, с приподниманием, будьте аккуратнее, не сразу подходите к этому, потому что есть просветики. И вот постепенно будем приближаться, потому что здесь уже мы будем играть именно с светом. Так как я уже сказал, мы не делаем такую темную, мы делаем чуть-чуть поярче картинку, а повеселее. Ольга спрашивает, какой фирмы пользуюсь красками. А я пользуюсь в основном немецкими. Это Шминке, это фирма Норма. А также у меня краски китайские, очень часто пользуюсь на мастер-классах китайскими. В данный момент я выдавливал, они очень хорошо вяжутся, здесь вот это, по-моему, от Нормы, а все остальные это краски маги называются. Мне они очень нравятся, очень такие послушные,
Очень легко с ними хорошо работать. Они не жухнут сильно. И по отношению вот к тем краскам, которые я уже много перепробовал. И очень хорошо вяжутся с другими красками и хорошо вяжутся с подсолнечным маслом. Так как мне приходится работать в основном на подсолнечном масле, я это делаю. Вот кисть у меня, она, кстати, распушистилась такая. Нужно уже лечить. А кисточки, пушистые кисточки синтетические, хорошо лечатся кипятком. Опускаем в кипяток, поднимаем, вытаскиваем, выпрямляем. И, в общем, конечно, кисточка после высыхания опять становится боевой рабочей. Передерживать, естественно, не нужно, но реально можно вылечить кисточку. Так, вот что я тут еще наблюдаю. Тут есть еще такой желтенький просветик. Вот я не написал этих, а просветы есть. Можно, иногда художники пользуются таким методом, когда мы прорисовываем уже поверх. Добавляем некие такие просветы в кусты, в деревья. Иногда воздух добавляем, такие голубенькие оттенки. Все это можно уже в самом конце. Иногда процарапываем. Вот перед тем, как я что-то там нарисую, например, из веточек, там я наблюдаю, что много-много каких-то там таких вот стволов или что-то такое проходит. Ну, в принципе, можно. По идее, можно сначала это процарапать. Все, что понравилось, оставить. Все, что не понравилось, можно чуть-чуть поудалять. Но это тоже одна из техник, один из вариантов. Пользуюсь вот таким методом, как черновиком. Можно попробовать. Где-то какие-то веточки успокоить, где-то что-то оставить. Понравилось, оставили. И в конце, естественно, красочкой по процарапанному. Тут вот я краешки совсем, вот этот край дерева, здесь они больше немножко сплетаются. Я все это делаю аккуратненько, и здесь у нас есть все-таки такие вот более такое кустарное состояние, чем такие вот относительно большие расстояния между кустарниками. Но я не бегу сразу, то есть вот здесь хочется именно аккуратно это дело сделать. И подойти, может быть, самими листочками сюда, не сплошным пятном, а уже дорисовать листиками. Что, собственно, и будет пока делаться. Где-то листочки, они не обязательно, что там нужно прописывать все ветки. Листочки могут относительно отлетать, отходить от общего состояния кустарника. Ну вот, если не будет нам хватать, мы можем поприподнимать потом еще. Пока только вот такими нехитрыми намеками. Нужно будет посмотреть, откуда падает больше света и где засветлить какую часть. Спасибо вам за уроки. Они очень помогают пенсионерам обучаться, не выходя из дома. Ну, для этого, в общем, конечно, и сделал этот проект не только для этого, но частично и для этого, чтобы человек мог. У нас очень даже много участники художественных школ обучаются на нашем проекте. И не только пенсионеры, но и дети.
И все это доставляет, я думаю, что это доставляет все-таки радость людям. Не все у нас такие настырные и недовольные. В основном у нас очень дружественные, и люди с удовольствием приходят на наши проекты. Да, бывает, что у художников не у всех еще есть и приобретена хорошая аппаратура. Может быть, нет возможности купить дорогую камеру или заплатить за дорогой интернет. Ну, во всяком случае, постепенно мы приходим к этому, стараемся. Наш канал существует с 2000, по-моему, мы в 2014 году первые выступления выходили. Тогда мы начинали с Димы Ревякина. И вот у нас уже были такие первые выступления. Я помню, что мои, они были в ужасном таком качестве. И состояние было не самое такое лучшее. Вот сейчас все, как вы видите, все у меня поправилось. Хотя есть еще на канале художники, где еще не способны люди организовать свое рабочее место так, чтобы это было всем удобно. Вот смотрите, здесь уже, как я уже сказал, можно постепенно, постепенно вот со стороны солнышка показывать такие некие такие оранжевые блики. Начинать нужно, Марина пишет, что может и не сложно кому-то, а у меня не получается. Видимо, Александр, может быть, не сочетание красок, поедание одним цветом другого или другого. Здесь же главное понимать, что если мы жиденькой красочкой работаем по жидкому, то у нас все скользит, все буксует, все так вот, как и должно быть, по идее. Делаем, не торопимся. Вот каждый мазок, вот то, что я показываю, просмотрите несколько раз. Не нужно торопиться никуда. Никто же не гонит. Запись остается, все остается. И вот по отношению, например, работы неба. Ну, все было достаточно легко, никакой сложности. Также с туманом, также вот этих задних, хотя можно еще вернуться к ним. Задний лесок. Также на переднем плане вроде бы ничего сложного не было. Самое главное избавиться от пастозности. То, что вы делаете сейчас пастозное на пастозном. Если большое количество краски лежит, например, на деревьях, вот здесь где-то на воде. Вот я вижу, здесь еще и не избавился от пастозности. Вот тут у меня еще все достаточно пастозно. Я не смогу здесь, например, прописать какие-то бревна, если у меня вот на переднем плане останется вот эта пастозность лежать. А иначе это все будет вот такое вот грязное, скользкое. Все будет буксовать и будет невозможно это сделать. Возьмите какие-то попроще, может быть, пейзажики. Очень много зависит также от размеров. На мелких вот таких 30 на 40 очень сложно писать. Это я вам говорю прям сразу. Я вообще не люблю эти форматы. С ними очень тяжело, даже мне тяжело на них рисовать. Потому что все это мелко, все нужно как-то трудиться. И бывает, что даже у опытных художников на маленьких форматах не получается. Поэтому берите также побольше форматики, пробуйте на больших. Все это придет, может быть не сразу, может не с первого раза, но обязательно придет. Никто из нас не родился с кистью в руках, с мольбертом. Всему можно научиться.
Также не торопитесь. Не торопитесь, это все такое дело. С чем нужно трудиться, работать, обучаться. Может быть, вот такой кистью возьмите, строительную кисть попробуйте. Может быть, полегче вам будет. Есть метод, где-то я тоже показывал. Многие художники в инете показывают с помощью бумаги. Вот прям комкают газету, бумагу и затыкают листочки. Тоже вариант, хотя особо мне он не очень нравится, но тоже есть возможность. Позавчера мы, по-моему, писали здесь вот с учениками, и я показал эту технику. Где же ты был раньше? Оказывается, это же просто. Вот ко всему нужно как-то так постепенно приходить. Видите, я ушел. Здесь вот поубирался этот всю теневую, а она нужна, глубина сразу пропадает и пропадает, пропадает интерес к работе. А бывает, вот у меня вот здесь краска буксует, я ее навязываю, эту глубину, она не хочет навязываться. Вот я ее пишу, кладу сюда, она перемешивается. Перемешивается, светлеет опять. Особенно если где-то белила были положены, все. В этом месте будет сразу пробуксовка вот эта идти. Ты ее сюда, она не хочет. И бывает, надо прям взять мастихин, вытер заново. Только так. Трудимся, пока не получается. Пробуем. Пробуем рисовать не полностью, может быть, картину, отдельно, отдельно какие-либо деревца, кустарники. Самое главное создать ритм, не задать относительно одинаковость. Не должна быть в работе. Не должно быть заколото вот так вот все, как будто вот так вот колюче все. Все мягко, плоская кисть, может быть, даже широкая кисть, она сделает больше и интереснее работу, чем затыкать все вот тонкими кистями. Не привыкайте к тонким кистям сразу. Не пишите, не начинайте с тонких кистей работу. Сначала все делается толстой кистью, широкой, строительной. И потом уже какая-то небольшая детализация делается. Делается тоненькой кисточкой доработки. Так, вот тут есть, пока я сюда, у нас есть водичка, есть, вот здесь будет камыш. Я не хочу делать такую большую лепешку из камыша. И изначально я ее хотел сделать поменьше, покороче. Вот здесь где-то будет проходить камыш. Под камышом там есть темнота, там есть вот такая коричневая темнота. Все, что там в густоте растет, сразу я загоню ее сюда. И вот с этой темнотой нужно будет плавно выйти на свет. То есть она у нас там, вот этот камышек, он растет, вот его много. Пока мы его там особо не прописываем, делаем только вот эти намеки, что там есть что-то такое, что-то темное снизу. Ну и не сделать заборно, вот не должен забор получиться, чтобы не было таких вот одинаковых строительных кирпичиков на все на одинаковом расстоянии. Это будет тоже не живописно, некрасиво. Поэтому мы сразу избавляемся от заборчатости. Также по верхним веточкам мы можем взять какой-либо
Такой немножко потеплее. Холода мы еще успеем положить с туманом. Попробуем вот такой цветик. Что получится? О, тут свадьба, походу, у нас где-то недалеко. Или свадьба, или что-то такое. По макушечкам, да? Где-то есть холодные такие, а где-то будут они уже после просветов выходить такие же вот оранжевенькие. И тем самым мы создадим настроение работе. Ну и сами камышики еще можно будет прописывать. Сейчас опять же таки в рисунок пока не даемся. Тихо пока, тихо. А может и хорошо, когда тихо. Вот, там будет еще у нас что-то такое расти. Какие-то растения будут тут. Все, вот формат. Формат, конечно, не такой идеальный, не позволяет он прям выписывать тут 100% все. Во-первых, маленький. Но зато позволяет такие работы отправлять. Ну, не знаю, Марина. Марина пишет, что у нас много бандитов. Наверное, так же, как и везде. Бандитов хватает везде. Не могу я знать. Ездят... Здесь ездят не только полиция, но и рядом пожарка. Тут же рядом находится где-то в 100 метрах больница, то, что точнее осталось от нее. Все поубирали в соседний город. Ну, скорые там вроде бы стоят, поэтому отсюда они часто выезжают на автобаны, если что-то произошло, случилось. Вот. И сразу выезжают, сразу сигналят, естественно. Так, вот тут вот что-то такое по тени. Самое главное, по всем плоскостям, по горизонтам ничего не заваливать. Если мы завалим, то тоже ничего особого хорошего не получится. Ну, описать можно, конечно, в любое время. Не обязательно это делать прямо сейчас. Лучше всего 10 раз посмотреть сначала и потом пробовать делать самостоятельно такие работы. Вот тут тоже какая-то травка с этой стороны выходит сюда на водичку. Значит, с Тамбова нас никто не смотрит, с Тамбовской области, да? Никто ничего не написал.
Хозяйка фотографии сегодня тоже не может. На то свои причины. Сегодня у нас выходной день. Все на даче едут. Кто-то едет на дачу, кто-то на шашлыки. У людей, кто работает, надоедает вся эта рутина недельная. Хочется отдыхать. А тут еще рисунки какие-то. Поэтому, естественно, это все понятно. Если зимой там другое дело, то здесь нужно больше отдавать природе себе. Так, ну и вот можно здесь, конечно же, уже что-то такое наметить. Наметить на переднем плане носточек сам, где у нас что будет находиться, и потом пописать травку. Веточки, травку, вот этот мостик. Давайте заведу сразу нужную краску. Опять щетина, опять жесткая кисть. Ну вот остатки. Выбираем остатки. Здесь все нам может пригодиться. Все что угодно. У нас есть как бревнышки. Вот там они темные есть. И есть и светлые бревна. Вот где-то сейчас мы что-то такое. Что-то такое в середине наполовину заведем. И, может быть, досточки, которые идут сюда, их немножко пофиолетить, будет поинтереснее, потому что будет тепло на них попадать. И вот поперечные вот эти вот бревна, которые уже врослись в землю, там, конечно, можно их сделать разнообразными. Где-то пустить в коричнево-красный такой. Марс где-то вот попачкать чуточку синим. Все различные оттенки понадобятся. Самое главное не забить нам, не перебить пастозно все это и не закрасить одинаково. Здесь вот должно именно вот это быть, вот это состояние такое. Может быть, даже процарапанная на темном фоне. Сейчас я тоже поищу какой-нибудь такой, чтобы нам удобно было. А, ну да, и сразу, чтобы не сбиться, определиться вот с этим бревном, куда оно может идти, чтобы здесь вот эту перспективу не нарушить. Уходит куда-то вот сюда, не совсем в угол. Такой изогнутый лежит немножко. Вот. И дальше уже по возможности сейчас красный коричневый, красный синий. Какие-то нам еще светло-коричневые понадобятся. Ну, пока вот так не пастозно, пока обтирая, оставляя место, может быть, на для того, чтобы была там еще вот темнота, сама глубина. Она нам нужна. Ну, и вот так кривенько можно. Не строго по горизонту, он тоже мосточек немножко завален сюда. Когда-то здесь, может быть, лесовозы ездили. Вот это полиция едет. Я их уже распознаю по звуку.
Теперь нужно блики. Блики мы сделаем. Давайте белила. С таким же. Да можно, в принципе, и вот здесь попробовать, что получится. Чуть посветлее такое вот намешать. Там есть блики, причем блики не только такие полосками, а блики есть еще и от самих бревен. А бревна у нас круглые, поэтому вот этот кругляк, может быть, даже стоит попробовать несколько всевозможных вариантов. Кому-то понравится, возможно, кому-то понравится, например, вариант вот такой. Ну, то, что мы прописываем обычно. То, что я показываю, как легче написать, например, березы с помощью мастихина. И вот протягивая немножко вправо, потом вниз, с такой вот такой запятой, получаем намек на бревно. Потом мы можем где-то высветлить еще, где-то еще процарапать его. Возможно, что мы не будем писать все бревна, только частично. Не дотягивая, может быть, до конца. Вот такими намеками. Здесь, может быть, я лучше уйду травой. А вот с этой стороны, конечно, можно пописать эти бревна так чуть-чуть. Я их потом... Они мне пока все такие ровненькие, но... В дальнейшем я их, конечно, и скажу. Вот где-то можно теперь повытаскивать кору, не сделать их вот так прям, все, чтобы прям одинаково все было. Но уже есть такое вот. Такое состояние бревенчатое. В Москве погода. Я вчера смотрел, кстати, новости в Москве. Шереметьево там что-то топит все. Погода снежная, видать, поэтому... Ой, снежная, дождливая. Я заговорился. Где-то да, где-то жара, где-то вот такая погода не радует. Я думаю, у нас тоже тут намечается на понедельник грозы, дожди, грозы, а вот завтра обещают до 40, так что ожидаем завтра. Вот многие работают на предприятиях, очень жарко. Вот так как-то. Ну все, теперь давайте я их порисую. Техническую сторону я рассказал. Теперь мне хочется их порисовать. Хочется широкую, мягкую синтетику. Гроза у нас будет, Света пишет, завтра, а у нас послезавтра, поэтому от вас к нам. Поэтому все наоборот. Ах да, вот тут еще вот это бревнышко. Ну и тут будет у нас
досточки. Возможно, что мы все их не будем писать. Не нужно. Половину на дачу украли. То, что останется, напишем. Кто-то на костер разобрал. Так что давайте вот тут одну вот такую, например. Все они такие здесь кривенькие. Ничего тут ровного не надо. Не стоит. Не стоит ничего. И по перспективе они, конечно, уходят здесь вот вправо, а левая сторона влево уходит. Это нужно понимать, не сделать ошибку. Возможно, что не сразу прям взять кисть. Возможно, что нужно сначала прочертить, понять, где это лежит. Вот тут какая-то изогнутая такая дощечка. А во всяком случае, таких вот дорог, вот таких вот, как сейчас мы пишем, лесных, там раньше лесовозы ездили, очень много же таких красивых мест. И не один художник писал, Левитан писал. В частности, вот в детстве я очень любил, у нас река впадала в Тихонько впадала в Волхов, а Волхов впадал уже сюда, в Ладожское, где раньше еще при Петре Первом река Тихонько считалась судоходной. Сейчас она мелкая, и нет уже судоходства на ней. Все потому, что все шлюзы развалены, разобраны. А вот при Петре Первом они строились, эти шлюзы, и очень высоко доходили корабли. И вот когда я был совсем юноша, очень часто мы ездили на эти шлюзы ловить рыбу. Рыбы было море, много. Тогда мало кто пользовался сетями. Хотя уже ловили сетями. Всегда был противник сетей. Ну и вот на этих шлюзах мы часто останавливались и ночью ставили, и ночевали прямо на шлюзе. Правда, уже наполовину разбитыми они были, но все, что было, то было. Так, попробуем вот такие какие-либо. Там есть кроссовки Наталины. Мы их не будем писать. Так, ну что тут Марина пишет, что пекло было на Северном Кавказе, а дождик в радость, на даче не надо. Так, смотрю, здорово, очень нравится урок. Привет из Кракова. Ну, пока все. Не вижу я пока такого. Вот эту досточку, вот эту, ее можно, в принципе, и не писать. Тут уже вот на усмотрение, на ваш вкус и цвет, как вам больше понравится. Если вам нравится эта досточка, вы можете написать. Если нет, лучше не трогать. Ну вот такие мы любим иногда приукрасить, приврать. Также и вот здесь вот этот вот
Вот это бревнышко, оно имеет такой же формат, закругленный. Чем ближе к нам оно становится толще. Но вот соблюдая правило, вот это правило правильного изгиба, мы можем прямо вот достигнуть очень такого красивого момента, где... Давайте я возьму коричнево-красный и побольше белил сюда. Это будет уже такой вот солнечный, да, появился. И на самом деле там есть это солнышко. То есть, вот я не знаю, как у меня получится ли правильно передать. Во всяком случае, я постараюсь. Может быть, даже чересчур я его засветлил. Немножко попачкать. Вы пишите, друзья, если я тихо говорю, может быть, плохо слышно, либо бывает иногда периодически так может такое случиться, что звук пропадет. А я, конечно, не понимаю. И возможно, что где-то могу что-то пропустить. Так, и вот, смотрите, все нужно вернуть, конечно, на свои места. Все, что касается... Все, что касается вот этих вот штучек на бревне. Оттуда, откуда веточки росли когда-то. Где-то усилить, наоборот, блик. Также на самих дощечках здесь. У них тоже здесь на тон чуть побольше бличков, естественно. Я сейчас ушел от этого. Сделал только места, где расположены будут досточки, но на самом деле здесь они чуточку поярче. Потом все-таки надо отвлечься на именно на травку, и потом будет видно, где еще, потому что сейчас вот эти блики, они сильно сильно прям бросаются здесь в глаза, но это потому что нет еще травы и нет на траве никаких солнечных еще вот этих вот от солнышка бликов. Также можно где-то потом по бревнышкам, вот тут на каких-нибудь бревнышках тоже что-то такое передать. Не оставить их просто без внимания, там есть все-таки на них вот эти вот настроения. Ну и не делать их прям везде-везде, только в некоторых местах. Где-то они могут быть темными, но где-то уходить в такой светик.
Все это не нужно забывать, это старенькое, уходящее из жизни. Выписывать здесь тоже мы не будем сильно ничего. И вот смотрите, по отношению к досточкам, вот эта травка, она становится темной. Ее надо будет высветлить. А сразу мы этого не видим. Всегда нужно дорабатывать, дописывать работу. Там, где не хватает. Потом в самом конце мы еще раз проходим и делаем вот эти блики. И вот надо они, чтобы эти блики были, чтобы они не были такими выразительными, крикливыми, но чтобы они звучали на этом месте. Сейчас мы еще сразу занесу я. Под ней может быть теневая, потому что там вот эта тина и под тиной. И на эту тину здесь скорее падает свет. Сейчас мы ее даже немножко чуть-чуть красного сюда оранжевого кинуть. Вот, и там могут солнышко с той стороны падать и попадать вот как раз этот цветик сюда, в эту тинку. И видите, как неудобно, когда мелкий формат, все это, конечно, напрягает. Здесь у нас куст стоит, куст закрывает, под кустом теневая, обязательно здесь тень, здесь не может быть света, а значит и теневая находится, может быть, даже на самих досках вот здесь, тоже может быть саму травку захватывать. Ну, в чате я пока ничего не вижу такого. Ничего не происходит, все тихенько. Едем дальше. Тут вот есть у нас по кустарничку листочки. Сначала то, что может в теневой быть. Ну и пару листочков может все-таки захватывать. Вот если они больше сюда в левую сторону выходят, то, соответственно, где-то может на какой-то листочек падать блик. Ну и опять же таки сейчас я вам примерно постараюсь показать это, как можно сделать. Какой-нибудь светленький такой вот, холодный, даже холодный вот такой. Здесь он яркий не может быть, но холодный может быть совершенно спокойно. И вот есть, например, пару листиков, вытащить вот таких холодненьких листиков на блики сюда. На водичку. Так, дальше забиваем. Можно даже поинтенсивнее, тут ничего такого. Там есть веточки. Эти веточки тоже можно прописать будет темненькой. Ну и есть то, что у нас сюда выходит, еще вот эта травка, а точнее камыш, скорее это камыш. Камышки можно вот так простучать, травку, камыши, а потом прорисовать так, чтобы вот особо. Сейчас мы пока не рисуем.
либо взять такую вот уже, соответственно, вот, какую-то вот длинную, 2-2,5 сантиметра длинную кисточку. И вот так очень легко ее, можно эту травку повытаскивать. Навести новый. Новые краски. И сделать жидкую. Когда мы работаем тонкой кистью, нам обязательно нужна жидкая краска. По другой причине мы также не сможем справиться с жидкой. С густой краской, если она будет густая, не получится. Ну и пробуем такими вот. Ее, может быть, сейчас не особо хорошо видно, потому что блики все-таки мы показываем в самом конце. И тут надо опять угадать с цветом и набрать нужный нам цвет. Иначе мы можем проиграть. Вот можно, да, вот таким взять. И вот с этими местами можно засесть. Это очень такое, может быть, надолгое. Вот эти вот моменты, когда можно поставить руку, облокотить и писать каждую травинку, в принципе, часами. Я бы не советовал все сильно забивать эти места. Также у нас вот тут есть трава. Сейчас я ее повыстукиваю. Сначала она у нас дальше вот туда уходит куда-то, да? Вот так рождаются этюдные работы, этюдики сами. И, в общем, конечно, друзья, здесь я вам показал, что ничего такого сложного нет. Может, с такой работой может справиться практически любой новичок. Главное, чтобы понимать, что мы делаем. Время в одной руке должна находиться какая-то ветошь, тряпочка. Нужно периодически вытирать кисть, так чтобы не пачкать ее все время. Такой вот сегодня небольшой рассказ на тему пейзажа, на тему этой фотографии. Завтра я услышу, наверное, уже от Натальи какие-либо сообщения от хозяйки этой работы. Посмотрим, что она скажет. Ну а вы можете выставлять свои работы, естественно, в наши группы.
во всех наших группах участвуете. Это и не только Одноклассники, Контакты, это и Facebook, это и группа на самом YouTube-канале. Здесь вот на канале у нас тоже есть сообщество. Также всех художников мы приглашаем на проведение мастер-классов на нашем канале. С нами классно, интересно. У нас много художников, разные темы, разные почерки, разные работы. И у нас есть и маринисты хорошие. Также девчата пишут пастелью, работают. Есть акварель на канале. Приходите, участвуйте. Ну и должны понимать, что это, в принципе, такая хулиганская работа, быстрая, не требующая от себя такой вот прям гиперреализации. Ее можно в любой момент закончить. Сейчас я немножко еще по бликам. Ну и можно, в принципе, здесь особо сильно не засиживаться с этой темой. Травка, которая уходит вот туда, подальше немножко, она там помельче. И вот на свет она может выходить какими-то там такими кустиками. Такой кисточкой, если у вас нет такой кисти, приобретите обязательно, потому что она очень, очень интересная. И купить ее можно, в принципе, в любом салоне, где девчата делают, занимаются ногтевым бизнесом. Также они продаются на сейчас всем известный сайт AliExpress. Это недорого. Можно за копейки приобрести. Совсем за копейки купить все это. Не обязательно брать все это в художественных магазинах. Стопроцентные художественные кисти. Все это ерунда. Тем более, если вы работаете в моей технике, например, только на масле, без разбавителей, растворителей, не моете кисти, не моете их в каких-то специальных разбавителях, керосинах, после масла они очень долго сохраняются, ничего не портится практически. Ну что, остается здесь вот совсем такая мелочевочка, может быть, подпись. Сейчас нужно протереть руки, посмотреть в чат. По сухому можно написать какую-нибудь летящую утку, что тоже возможно. Такая вот маленькая. Если бы она была, ну, чуточку побольше, в два раза хотя бы, можно было бы реалистичнее немножко ее показать, покрасивее. Хотя такие работки они тоже могут быть, могут иметь право
на жизнь. Так, вот там сейчас убежало у меня зрение. Сейчас опять я пришел. Тут вот коричневое. Особенно низа у камыша. Они коричневят. Даже иногда краснят. Но все зависит от времени суток. И еще есть у самих камышов такие вот верхние. На картинке я не вижу, на фотографии, но это тоже можно все, в принципе, переписывать. Там я вижу вон еще что-то такое. Сейчас я пригляжусь, наверное, на компьютере, потому что на моей картинке я не понимаю, что там такое. Что-то такое желтенькое растет еще. Что-то есть такое желтенькое. Вот. И, наверное, еще самое, что здесь не хватает, это еще по бликам. Оранжевые. Всегда очень сложно сразу вот, за раз написать картину и не сделать ошибки. Всегда находишь ошибки, и это нормально. Так происходит, в принципе, со всеми картинами. И только на второй, третий подход, когда ты подходишь, понимаешь, что здесь вот надо было где-то тени нет. Вот, в частности, доска, она имеет боковую вот эту теневую. Вот такую мелочь не всегда сразу замечаешь. Так, у нас поступил вопрос. Пригласить Олю Базанову. С Олей мы разговаривали. В частности, я с ней, когда делал мастер-классы в Питере, проводил, общался с Ольгой. Она, у нее свои проекты. И она продвигает свой канал, свои проекты. Я не думаю, что Оле будет интерес выступать на других платформах. Хотя я с удовольствием приглашаю ее, если она меня слышит. Или вы можете передать ей. Мы бы всегда рады были. Не только Оля. Очень много, достаточно много хороших художников, которые не участвуют, к сожалению, в наших таких проектах. Очень много таких художников, которые делают только свои. Видите, что я заметил? Я заметил, что не хватает тут, опять же, таких вот этих отражений. Может быть, вот здесь успокоит, сильно кричит. Как-то оно все равно должно соответствовать более или менее. Вот. Ну а к этому придраться, конечно, можно к любой картине, абсолютно к любой. По ошибкам. Ошибки делают все.
У Дмитрия Роза, у него свой проект, у Оли свой, у кто у нас еще? Саша Южаков тоже свой. Игорю это не нужно. Он давно не выступает на таких проектах, поэтому. Кто у нас еще по современникам? Много современников, которые не могут, очень замечательные художники, но такие мастер-классы, к сожалению, не делают они из-за того, что не понимают, как можно быстро работать, еще и рассказывать, и показывать. Это же нужен не просто хороший художник, еще и нужен опыт рассказчика быть. Нужно правильно все рассказать, довести до людей. Кто-то теряется, у меня, в частности, несколько друзей, они просто стесняются, боятся, что не справятся с этим делом. Много причин разных таких вот, где на самом деле вам кажется, может быть, некоторым, что это так легко, все вышел, нарисовал. А самое основное – это рассказ. И вот многие с этим не справляются. Много художников, хороших художников, но с рассказом не справляются. Поэтому нужно быть еще, с одной стороны, еще и учителем хорошим. Одно это просто написать, выйти и написать картину без рассказа. Другое дело написать и рассказать эту картину. Это уже совсем, совсем по-другому. Попробую я сюда блючок, что получится. Может он оттуда падать? Или он далеко? Далеко. Скорее лучше не нужно его сюда. Художник всегда ищет. Любая работа не дается прямо вот так. В поиске находится с краской, находится в поиске художник с иногда с самим собой даже просто-напросто. Ну что, много сегодня у меня поступило донатов, да? Наверное, все-таки не работает сегодня эта система, потому что обычно меня угощают чашечкой чая хотя бы за труд. Я имею в виду донат в размере чашки кофе, чашки чая. Такой вот еще любит травка. Не знаю, как она называется, но вот я часто наблюдал. На кончиках вот такие разные. Разные точечки еще какие-то. Ах да, забыл я про эту желтенькую. Все, я забываю. Старость, не радость. Там же есть цветочки эти. Как же без них-то?
рисовать я их не буду. Я их просто так на солнечную сторону. Парочку вот таких, парочку. Желтеньких. Так, ну все. Я на этом закончил. Ждите фотографии. Спасибо всем за донаты. Кто еще будет поддерживать? Забыла я про теневую. Видите, вы не подсказываете. А я один. Один иногда. Выбиваешься и не запоминаешь всего. Ну что, а я должен попрощаться. Вот сейчас, может быть, поближе поставить, чтобы было видно, что этот свет совсем другой. На самом деле, придвинуть, потому что камера, она все равно искажает, не видно всех цветов. Сейчас мне надо вернуться просто в студию. Позволяет мне близко прийти. Видите, как она. Чем ближе продвигаешь, тем больше у них видно этих. Так, убрать палитру и палитру. Сейчас я уберу палитру. Много всего, не пойму, это раз, два, переход, вот, все это, конечно, еще криво. Ну, что-то типа такого. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Григорьев на канале Художники. Подписывайтесь на наш канал.
ставьте колокольчик, ставьте лайки или дизлайки, как вам больше понравится. На YouTube это без разницы. Абсолютно без разницы, поэтому участвуйте в нашем проекте. До новых встреч, я отключаюсь, до свидания, пока-пока.